Ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» продолжается во Владивостоке. Рабочие приступили к выравнивающему асфальтированию проезжей части по улице Иманской. Уложили нижний слой асфальтового покрытия на улице Иманской. Это как раз тот конструктив, который позволит нам закончить работы по инженерным коммуникациям, то есть по поднятию люков и решеток, и подготовить дорогу к укладке верхнего слоя. Графики работ были скорректированы с учетом работы сетевых организаций. В настоящий момент идем в графике. Дорогу на улице Иманской ремонтируют в комплексе с Авроровской и Комсомольской, на которой вскоре приступят к асфальтированию пешеходных зон. А по улице Авроровской продолжаются работы по ремонту сетей и обустройству будущих тротуаров. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.